Недавно компания PQI представила публике весьма интересное устройство – PQI AirDrive. Разработчики называют его не иначе, как Wi-Fi накопитель. AirDrive снабжен беспроводным передатчиком, кардридером для SD-карт, которые являются хранилищем информации, а также встроенной батареей. В первую очередь данное устройство предназначено для тех, кто пользуется смартфонами или планшетными ПК и страдает от недостатка дискового пространства. Посредством Wi-Fi получать доступ к информации на накопителе могут до 5 пользователей одновременно. А наличие встроенной АКБ позволяет использовать девайс, не подключая его к компьютеру или розетке. Запас времени автономной работы – 5 часов, но при условии беспроводного подключения к накопителю одного пользователя. Внешний PQI AirDrive представляет собой типичный внешний накопитель. Правда, габариты у него меньше, чем, скажем, у 2,5-дюймового переносного жесткого диска. Скоростные показатели при проводном подключении зависят от класса используемой карты памяти. При беспроводном подключении скорость не самая высокая, но для работы с данными напрямую с накопителем достаточная. Для доступа к накопителю с устройств под управлением Android и iOS предусмотрено фирменное ПО S Plus Flash, доступное для загрузки в Android Market или App Store.